Пограничная политика Беларуси направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства. Об этом президент Александр Лукашенко заявил при утверждении решения на охрану госграницы. Обстановка на белорусских рубежах в числе важнейших вопросов госполитики. Международная ситуация такова, что приходится держать внешний контур государства на постоянном контроле. По итогам обстоятельного разговора об актуальных вопросах охраны белорусских рубежей, президент утвердил решение на охрану госграницы. Безопасность границы на южном направлении, развитие инфраструктуры, четкая работа во время вторых европейских игр – приоритетное направление работы ведомства на этот год. В Гродненской области создается мобильное приложение о самых интересных объектах и достопримечательностях вдоль основных трасс региона. Рассчитано нововведение в первую очередь на туристов, в том числе иностранных, которые планируют путешествовать на автомобиле или автобусе. В мобильном приложении будут отмечены памятники архитектуры и живописные места, находящиеся вдоль международной трассы М6. Также сейчас в Гродненской области приводятся в порядок дороги, придорожные объекты общепита, устанавливаются информационные щиты и баннеры. В Большом восстанавливают балет «Сотворение мира». Худрук театра, народный артист СССР Валентин Елизарьев вместе с руководителями различных цехов оценили состояние декораций, костюмов спектакля. Произведение художника Евгения Лысика бережно отреставрируют, однако некоторые наряды придется шить заново. Балет шел на сцене Большого театра более 40 лет, и его последний показ состоялся 4 года назад. Премьера авторской редакции спектакля «Сотворение мира» намечена на ноябрь.